Спасибо, Анна. А далее новости о том, что в Израиле голодающим беднякам помогает Гитлер. 38-летний обладатель говорящей фамилии рассказывает, что мечтал перебраться на историческую родину с тех самых пор, как ему исполнилось 15. Да-да, это интересно. Потом так и скажут в русских новостях. Еврей Гитлер ведет борьбу с бедностью. С переездом в Израиль многое изменилось. Поработав несколько лет юристом, Йозеф стал углубляться в изучение социальных вопросов и все чаще задумываться о проблеме богатства и бедности. Мы делаем все, что можем. Помогаем людям, снабжаем их едой и жильем. Но все-таки этого недостаточно. Необходимо подключить к этой благотворительной деятельности еще больше людей, еще больше мест общепита.